В комиссии Кнессета депутат Ралеб Маджадла от партии Авода объяснял поведение директора арабской школы, который вывел учеников на политическую демонстрацию. Итак, в какой-то момент Анастасия Михаэли, депутат от партии «Наш дом Израиль», воскликнула: «Вы идете против государства». В ответ Ралеб Маджадла в недопустимо резкой форме потребовал, чтобы его оппонентка замолчала. Та сочла его поведение как неуважительное и к ней, как к женщине, и к Кнессету. Позже Маджадла сказал, что он разговаривал вежливо и что он пользуется своим правом на слово. Анастасия Михаэли отреагировала на его поведение по-своему. Выходцем из СССР произошедшее напоминает знаменитый эпизод из фильма «Кавказская пленница». Обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да? Только вошел. Молодой еще, капризный. Какой капризный, слушай, хулиган!